Доброе утро, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас из солнечного города Минска. Подскажите, хорошо ли меня видно и слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чате. Ирина, спасибо большое. Ну что ж, на часах 11:00, это значит, что мы начинаем наш вебинар. Разрешите представиться, зовут меня Елена Клень, я являюсь маркетологом компании «Западный тракт Белагра Travel». Наш сайт нашей компании вы видите сейчас на баннере, который расположен за моей спиной. Просьба заходить на сайт, изучать его, и сегодня мы с вами в преддверии 1 сентября, в преддверии школьного сезона поговорим о школьных турах в Беларусь, узнаем о специфике данного продукта в нашей стране, о том, что мы как туроператор готовы вам предложить, как работать с готовыми, уже разработанными пакетами, как мы обрабатываем индивидуальные запросы, что новенького и интересненького появилось в Беларуси, и что можно предлагать вашим клиентам, заказчикам, что можете предлагать своим детям, куда можете с ними отправиться. Ну и, конечно же, поговорим о навигации, о сайте, как искать детские туры на нашем сайте, как отправлять запросы, кто будет отвечать на эти запросы, какие гиды будут работать, и о многом-многом-многом-многом другом. Сегодня в рамках всего часа, который у нас есть, мы с вами пообщаемся. Огромная просьба к вам быть активными, писать в чате, задавать вопросы, если таковые будут возникать. Всегда рада на них ответить. Ну что же, мы начинаем. Я уже немножко озвучила основные нюансы, о которых мы сегодня будем разговаривать. Это принципы работы нашей компании с детскими группами от момента поступления запроса к нам как туроператору по приему и комплексному обслуживанию туристов на территории Республики Беларусь. Поговорим о реализации данных маршрутов и данных программ, о пакетных предложениях для школьных групп разработанных. Их у нас почти два десятка, и вы можете ими активно пользоваться, забирая их прямо с нашего сайта. Поговорим об индивидуальных запросах, каким образом они обрабатываются, что мы можем вам предложить. Ну и, конечно же, еще раз проговорю это, поговорим о навигации нашего сайта. Многие из вас уже достаточно давно знают нашу компанию, и работаем мы с вами как по организованным группам, так по сборным группам регулярные туры с выездом из Москвы, Санкт-Петербурга, началом в Минске, Витебске и так далее. Именно поэтому многие из вас уже знают не только наш менеджерский состав, но и, в принципе, состав всей нашей компании, начиная от руководства, заканчивая главным бухгалтером. И, собственно, именно поэтому очень часто к нам поступают запросы напрямую к менеджерам, на их электронные почты, в скайп сотрудников нашей компании. Иногда они приходят мне, но я все-таки вас очень попрошу отправлять их на специально обозначенную почту, она вот у нас указана в самом-самом слайда, info@tract.by, вот пусть эта почта для вас будет главной, основной, туда отправляйте свои запросы, если таковые будут, и именно благодаря такому единому принимающему органу вы будете получать свои ответы наиболее быстро и скорее будут приняты в обработку, чем если вы просто напишите либо мне, либо кому-то из менеджеров, с которым вы ранее общались. С почты инфо у нас запросы распределяются достаточно быстро по продающим менеджерам, и, соответственно, у вас есть шанс на то, что ваш запрос выйдет в первую очередь, его отправят к конкретному менеджеру, с которым вы уже, собственно говоря, начнете общение. Естественно, что продажным инструментом остается и сайт компании, через наш сайт поступают также запросы. Когда вы заходите на нашу страничку, вы видите такое всплывающее окошечко онлайн-консультанта, зачастую там высвечиваюсь я. Можно задавать нам вопросы и отправлять запросы и в наши открытые линии, то есть в окошко онлайн-консультанта. Они также уходят в отдел продаж и обрабатываются, как только туда поступают.
Учитывая то, что мы с детскими организованными группами работаем с момента создания нашей компании, мы уже достаточно давно разработали определенные принципы, которых стараемся придерживаться в своей работе. И ни для кого, наверное, не секрет будет, что у нас действительно индивидуальный подход к каждой группе. Даже если мы работаем с четкими конкретными шаблонами, которые есть, и которыми мы активно пользуемся, и вы ими активно пользуетесь. Очень часто бывают ситуации, случаи, когда на почту приходит прекрасное сообщение из области. «Класс, я продала группу» или «Я продал группу, шаблон такой-то, все, мы приезжаем 15 сентября», и приходит запрос 13-го. Спасибо, мы очень рады. Давайте работать, пользоваться активно этими шаблонами и далее. Но, пожалуйста, вот там не день в день. То, что вы видите на сайте, если шаблон полностью вам соответствует, у вас группа 10 плюс 1, то есть 10 детей, один сопровождающий бесплатно, все опции вам идеально подходят, пожалуйста, вы пишите нашим менеджерам, что, ребят, вот этот запрос, который я хотел вам отправить, соответствует данной программе. Хочу даты приезда такие-то, можем, не можем, и все, работаем активно. Это облегчает жизнь и вам, и нам. Мы делаем туры с началом как в Российской Федерации, в любом городе, из которого вы можете и отправляете своих туристов, так и с удовольствием встречаем туристов на территории Беларуси, в Минске, в Витебске, в Бресте, без разницы, куда вы прибываете. Тур может начинаться с любой нужной вам точки. Наши гиды выезжают навстречу и уже активно начинают работать именно с точки прибытия, либо с точки отправки группы. Здесь, наверное, у вас сразу, как у практиков, возникнет вопрос, что же делать с нормами перевозки детей. Мы все прекрасно знаем, что они достаточно сложные и жесткие в Российской Федерации. Не переживайте, это наша главная боль. Если мы предоставляем свое транспортное средство, мы проходим детский техосмотр, наши автобусы и микроавтобусы полностью соответствуют необходимым требованиям. У нас есть табличка «Дети». Опять-таки повторюсь, что водители проходят детский техосмотр, специально обученные водители со специальным доступом работают на данного рода турах. Естественно, мы можем вам помочь в организации железнодорожного переезда, если есть такая необходимость приобретать билеты железнодорожные для деток, выписывать, этим тоже можем заниматься мы, с радостью вам поможем, тоже должно быть небольшое время на то, чтобы эти билеты подготовить и выписать, передать вам, либо отправить вместе с гидом. То есть проблем никаких нет. Вся транспортная логистика тоже ложится на наши заботливые плечи, которые мы с радостью подставляем. Если говорить о сопровождающих или гидах, которые работают на маршрутах с нашими детьми, на маршрутах наших компаний, это, естественно, очень опытные, квалифицированные гиды. Они зачастую становятся не просто каким-то источником информации для юного туриста, они становятся его другом. Ребята обкатали не одну программу, четко знают, куда вести, что говорить, какую информацию подавать, как завлечь маленьких туристов. Еще ни разу не было нареканий на наших прекрасных гидов, мы ими действительно гордимся. Это наш золотой фонд, и очень приятно, когда многие заказчики запрашивает уже конкретного гида под свои группы. Не четко знают, как работает с детьми гид Кристина, чем отличается манера подачи гида Дениса от манеры подачи гида Михаила. И очень часто приходят реальные запросы с просьбой предоставить того либо иного гида. Естественно, опираясь на мировой опыт, мы работаем по формуле расчета для детских организованных групп 10 плюс 1. То есть на 10 школьников один сопровождающий идет бесплатно. Если необходимо увеличить количество взрослых, то мы уже здесь отходим от шаблонных программ и идем к индивидуальному расчету, то есть мы рассчитываем для родителей стоимость, она немножко выше будет, потому что входные билеты чуть-чуть дороже, но тем не менее увеличение вот сопровождающих вполне возможно, и мы не видим в этом никакой проблемы, пожалуйста, обращайтесь, говорите, насколько взрослых вам надо добавить в группу. Естественно, работая по Беларуси достаточно давно, мы предлагаем насыщенные экскурсионные программы. У детей нет времени скучать в турах, у них нет времени на какие-то совершения не очень хороших поступков, куда-нибудь влипнуть.
Такого нет, потому что экскурсионная программа достаточно насыщенная. Мы посещаем самые популярные топовые объекты, самые интересные объекты. Здесь не обходится без джентльменского набора. Минск, Мирнец, Вишбрест, Беловежская пуща. Естественно, добавляется иногда Хатынь, Курган, Славы. Есть и очень новые интерактивные объекты, о них мы поговорим чуть позже. Но, несмотря на то, что программа экскурсионная очень насыщена, у детей есть время и на развлечения. Это не скучная подача, это элементы игры, элементы диалогов при поднесении информации. И ребята действительно получают удовольствие, находясь вот в таких детских образовательных турах. Ну и, наверное, самый приятный бонус, о котором тоже знают те, кто с нами работает не первый год. Каждый наш юный турист получает сладкий фирменный сувенир. Подарок – это шоколад «Аленка» белорусский, молочный шоколад, и туристы детские наши отправляются в туры вместе со своими сопровождающими в конце тура, получают вот такой вот вкусный сладкий приз, как такой небольшой бонус, который мы предоставляем всем нашим юным туристам. Если говорить о том, что облегчает нам с вами жизнь, зачастую получается так, что времени на расчет турок нет, то есть четкий дедлайн ответа, есть количество дней, которые туристы хотят провести в дне. Естественно, там базовые требования в виде питания полупансион, в виде размещения, там базовые гостиницы 2, 3, 4, 5 звезд и так далее. И какой-то желаемой экскурсионной программы. Еще раз напомню, что здесь нам на помощь приходят пакетные предложения, разработанные шаблоны, которые рассчитаны по принципу 10 плюс 1. А здесь же на слайде представлен этот принцип для первой детской программы, о которой мы сейчас с вами будем разговаривать. На нашем сайте вы сможете увидеть расчеты еще на немножко специфические группы, но тем не менее они бывают. Это 15 плюс 1, 25 плюс 2, 35 плюс 3, 45 плюс 4. То есть цены на сайте указаны и на это количество людей. Если необходимо программу просчитать под другое количество детей, взрослых, пожалуйста, пишите нам об этом, мы с радостью это сделаем. Если говорить о наших таких шаблонных, пакетных, готовых уже программах, которые вы можете использовать в своей работе, то мы несколько лет назад пришли к тому, что готовые шаблоны нужны, не всегда есть время у вас ждать, а здесь есть возможность самим выбрать шаблон, самим выбрать программу, отправить ее заказчику, задать какие-то вопросы нашим менеджерам, если таковые имеются, и учитывая опять-таки свой опыт работы в данной сфере организации и проведения туристических маршрутов по Беларуси, мы приняли решение разработать программу продолжительностью от 2 до 7 дней. Естественно, она может варьироваться и быть программой и однодневной, и экскурсионной, и 15-дневной на ваше желание. Но вот такие базовые, стандартные запросы, самые популярные, мы представили в наших детских турах, которые вы можете видеть на нашем сайте, и мы сейчас о них будем говорить. И мы активно предлагаем вам пользоваться ими. Давайте, наверное, начнем знакомство с самыми популярными программами. Почему-то продолжительность 2 дня, 1 ночь очень востребованная. Наверное, это связано с тем, что деток очень хочется вывести на выходные, и, по сути, у вас получается тур, вы отправляетесь из регионов к нам в Беларусь, это практически сутки дороги. По-разному, если из Москвы, там это около 9 часов, иногда там плюс-минус несколько. И уже прибывая утром в Минск, вы включаетесь в полноценную экскурсионную программу. Мы все наши туры детские делаем на базе питания полупансион. Это очень важно. Детки всегда завтракают, даже в день прибытия. И либо обедают, либо ужинают. Вы сейчас на слайде видите, что у меня указано два завтрака плюс два обеда. Это может быть два завтрака и два ужина, в зависимости от того, как вы пожелаете. Если необходима организация третьего приема пищи, без проблем, пишите нам об этом. Мы обязательно это выполним для вас с радостью, покормим ваших деток.
Размещение по детским турам мы предлагаем в сети гостиниц Time. Те, кто с нами работает, прекрасно знают эту сеть. Это гостиница категории 2 звезды в Минске. Очень хороший отель, расположенный в разных частях города. Возможность размещаться в 2, 3 и 4 местных номерах на данный момент. А в данной программе «Каникулы в замках Беларуси» это, наверное, самый востребованный вариант двухдневной программы. Мы делаем обзорную экскурсию по Минску, автобусно-пешеходную, которая знакомит наших юных туристов с городом, с основными его достопримечательностями, с площадями, обелисками, прекрасными памятниками архитектуры, историческими деятелями нашей столицы. И далее в этот же день мы отправляемся на экскурсию в мемориальные комплексы Хатыни и Курган-Славы. Посещаем два этих прекрасных мемориала. Для деток это очень сильный эмоциональный момент в туре, потому что они сразу становятся более спокойными, они очень четко и сильно эмоционально воспринимают данную информацию, проживают вот эту трагедию, и действительно дети меняются в мемориальных комплексах, после чего спокойные, с осмыслением трагедии, осмыслением того, что такие ошибки совершать нельзя, возвращаются в Минск. У нас происходит один ночлег в гостинице. Утром мы просыпаемся, завтракаем, завтрак у нас шведский стол. Если есть необходимость организации порционного завтрака, потому что детей иногда надо заставлять утром кушать, мы это можем также вам предложить и также организовать. И уже после завтрака с вещами детки отправляются на экскурсию в два прекрасных замка. В Мирский замок и Венецверский замок, переезды небольшие, где-то 1,5 часа от Минска мы движемся в сторону первого нашего объекта посещения, посещаем две экспозиции великолепных замков. Надо отдать должное сотрудникам этих дивных музейных учреждений. В период детских каникул, осенних, весенних, зимних, работает анимационная программа, включаются интерактивные элементы по экскурсии, и детки остаются довольны. Вот сейчас на слайде вы как раз видите один из примеров того, как работают аниматоры в Несвежском замке. Ну и, конечно же, здесь возникает вопрос обратной дороги. Из Несвежа мы возвращаемся в Минск и рекомендуем, точно так же, как и в взрослых турах, приобретать обратные билеты на поезда, либо отправляться на своем автотранспорте, когда у вас свой автобус, вообще никаких проблем нет, то есть вы ехали и поехали обратно. Если поезда в данном туре, то не ранее 8:30 часов вечера, то есть 20:30 уже билеты покупать можете. Еще один прекрасный детский тур, который прям вот такой патриотичный, называется он «Страница истории Великой Отечественной войны». Опять-таки формат тура двухдневный, достаточно востребованный на российском рынке. Связан с тем, что, наверное, здесь мы посвящаем все самые интересные и популярные объекты, связанные с периодом Великой Отечественной войны. Это Минск, в котором идет упор на события Великой Отечественной и Второй мировой войны. Это мемориальные комплексы Хатыни и Курган-Славы, о которых я уже говорила. Размещаемся мы также по данной программе в гостинице «Тайм». Напомню, что если необходимо увеличить категорию звездности отеля, без проблем, это может быть тройка, четверка, пятерка, все, что пожелаете. И на следующий день после завтрака мы раненько утром уезжаем в город Брест. По дороге детки досыпают, потому что дорога от Минска до Бреста не близкая. Но, тем не менее, посещение Бреста и Брестской крепости – это очень важный момент. И, собственно говоря, именно поэтому мы с вами отправляемся в эти дивные места. Не посещаем здесь Беловежскую пущу по одной простой причине. Посещение ее возможно. Мы ориентируемся на поезд, который отправляется из Бреста в 5 часов вечера. Чтобы выполнить экскурсионную программу, предлагаем вам ее именно в таком формате. С экскурсией по городу Брест и с посещением Брестской крепости Герой. Стоимость, вы видите, очень привлекательная для полупансиона, экскурсионные начинки очень активны. Стоимость пакета, особенно на 40 человек, просто великолепная. Далее идет формат трехдневных туров, и вот этот тур, это, наверное, ужас каждого нашего менеджера, потому что самые популярные места посещения, правда, самые популярные, самые востребованные.
Все хотят в Минск, все хотят в Хатынь и посетить Курган Славы, все хотят в замки, все хотят в Брест, в Беловежскую пущу. И, собственно говоря, вот этот тур, наверное, наш менеджер может воспроизвести с закрытыми глазами, среди ночи его подними. А самый популярный тур – каникулы в Беларуси. Все интересное, увлекательное, знакомое. Не надо рассказывать, куда мы отправляемся. Здесь тоже очень все просто. Стоимость тура вы видите на экране. Хорошей особенностью является то, что мы посещаем музей природы, вольеры с животными и поместье Деда Мороза. Вот прям все-все-все в этом туре включено. Единственное, за что можете доплатить, если вдруг возникает желание, это организация третьего приема питания. Если необходимы ужины, тогда вы за это доплачиваете. Еще раз повторюсь, что вот это самый востребованный тур среди всех разработанных и подготовленных шаблонов. Это прям вот лидер продаж. Все гиды с закрытыми глазами возят этот маршрут, менеджера знают его наизусть. И это то, что вы очень любите, собственно говоря, мы вам это и даем. Сейчас расскажу о моем самом любимом детском туре. Начинался он у нас как взрослый, назывался «По следам героев Минск, Смарлони, Брест». Этот тур прекрасен для школьников, для студентов и для взрослого контингента, потому что рассказывает нам о двух важных и очень знаковых вооруженных конфликтах 20-го столетия. Это Первая и Вторая мировые войны. И если о Великой Отечественной войне, о Второй мировой, мы говорим всегда, говорим много, передаем этот опыт нашим детям, внукам, то события Первой мировой войны забыты, и очень не хочется вернуть эту историю нашим детям, рассказать им о том, что было в рамках этого вооруженного конфликта. И, соответственно, мы очень долго думали, как совместить этот продукт. В итоге родился вот такой прекрасный тур «По следам героев» «Минск, Смарлони, Брест». Первый день он такой классический, мы знакомимся с Минском. Здесь есть возможность, если необходимо, организовать экскурсию в Музей истории Великой Отечественной войны. В Минске мы говорим о героике военных лет, посещаем, естественно, Площадь Победы, сейчас вы ее видите на экране. А далее, после знакомства с Минском и с историей города в период Великой Отечественной войны, мы посещаем мемориальный комплекс «Хатынь». А далее отправляемся на Курган Славы и ночуем в Минске в отеле. Утром после завтрака отправляемся в очень интересное анимационное приключение – которая называется «Тропой войны», «Тропой забытой войны». Едем мы с вами в город Сморгонь, где знакомимся с событиями Первой мировой войны, но чтобы детям было проще проникнуться, понять суть проблемы, суть конфликта, в этом нам помогают наши прекрасные аниматоры. Вы сейчас видите их изображение на экране. Это солдаты русской императорской армии, которые встречают наших юных туристов на Золотой горке, проводит по городу Сморгонь, рассказывает о событиях того времени. Мы зачастую даже просматриваем на обратном пути фильм «Батальон». И здесь у деток есть очень прекрасная возможность покататься на вот такой вот зеленой машинке. Вы сейчас ее видите у себя на экранах. Это броневик, воссозданный по чертежам Первой мировой войны. Изначально у детей возникает такой легкий шок. Боже, что это за адская машина? Но потом из этой дивной машины вытащить детей становится достаточно сложно. Наверняка те, кто следили за историей нашей компании, за нашими вебинарами, не единожды видели этот видеоролик. Мне хотелось бы его продемонстрировать еще раз, чтобы вы понимали, как у нас происходит анимационные зарисовочки в Сморгоне. Я замолкну буквально на пару минут. Хочу, чтобы вы этот видеоролик сейчас увидели. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о жене, там каждый...
Одну секундочку, коллеги, буквально. Что-то у нас пошло не так. Ну ничего страшного. Сейчас мы данную техническую заминочку исправим. И я вам просто отправлю в... чатик... ссылочку на данный... видеоролик, чтобы вы смогли его сильно посмотреть уже после нашего вебинара. Не будем вытягивать время и вернемся к нашим слайдам. Собственно говоря, после знакомства с героикой Первой мировой войны мы отправляемся в город Брест. И здесь не пугайтесь, у детей ночной переезд, он на поезде, то есть это очень удобное передвижение. Мы с вами сможем сэкономить наше время и отправляем деток на поезде в город Брест. Собственно, утром, приезжая в Брест, у нас завтрак, и мы отправляемся на знакомство с этим дивным городом, которому в следующем году исполнится 1000 лет. Знакомимся с героической Брестской крепостью, с цитаделью, с той частью, которую вы сейчас видите на экране. Это центральная часть крепости. Ну и далее у нас опять-таки возникают анимационные зарисовки в Бресте. У нас появляется экскурсионная программа «Тайны брестских фортов», потому что Брестская крепость – это в первую очередь не только цитадель, к которой мы все с вами привыкли, с музеем обороны, с памятником мужества, жажды и далее. Это еще и прекрасный набор литерных и циферных фортов, которые находятся рядышком с крепостью. Один из таких фортов, пятый форт, мы посещаем. Сейчас вы видите на экране, что он собой представляет. Это очень интересное сооружение, мы проходим по коридорам этого сооружения, к нам подключаются аниматоры, которые рассказывают нам историю Бреста, рассказывают историю крепости, разыгрывается сценка о снятии бессменного часового. Есть такая история, что в Брестской крепости, и не только это связано с нашей крепостью, во многих странах такая история есть, был часовой, когда его поставили еще в период Первой мировой войны, и он очень долгое время жил на территории крепости, он ослеп, и он пытался остановить по территории крепости, и очень долго не верил в то, что военные события закончились, и, собственно говоря, только его руководитель, который ставил его на этот пост, мог снять его, обозначив ему, что война закончилась. Эта история разыгрывается и в рамках нашего детского тура, и, соответственно, детки максимально погружаются в историю двух мировых войн. Так как я и говорила, начиная рассказ об этом туре, есть возможность посещать еще и музей истории Великой Отечественной войны в городе Минске. И чем интересен и прекрасен данный тур для вас, как для агентов, как для операторов, которые отправляют деток на отдых? Детки к нам приезжают из разных регионов России, и, соответственно, информационные блоки, в зависимости от того, из какого региона приезжают дети, они меняются. Если к нам приезжают детки из Казани, из Татарстана, мы рассказываем о их земляках, о их подвигах на территории белорусских земель. И для меня, например, было открытие, что в период Великой Отечественной войны на территории Витебской области воевала около 4500 татарстанцев, которые внесли огромный вклад в общую победу. Здесь же определенные тематические блоки и конкретные подвиги могут быть переставлены из каждого региона, поэтому очень просим вас заранее информировать нас, как исполнители, с какого региона приезжают детки, если, собственно говоря, возникает вопрос о том,
об этом туре и бронировка и заказ именно этого тура, чтобы гиды знали, какой информационный блок подавать детям, на какие точки и объекты посещения сделать больше упор, на какие меньше упор. Это прекрасно ложится и на события Первой мировой войны, и на события Второй мировой войны, поэтому кому интересно военно-патриотическое воспитание, пожалуйста, этот тур заказывайте и планируйте. Пятидневные туры по Беларуси, вот формат четырехдневных туров, он практически отсутствует. Так почему-то сложилось, что это не самый востребованный, не самый популярный формат туров, поэтому мы четырехдневки пропускаем, но если у вас есть желание, мы с удовольствием для вас создадим четырехдневный тур по Беларуси. Переходим сразу к пятидневным турам, и один из таких – это белорусская мозаика. Мы в прямом смысле слова будем собирать мозаику событий, мозаику истории, мозаику культуры белорусской в одном нашем вот таком пятидневном туре. Посещаем мы здесь, как всегда, город Минск. Тур начинается из Минска. Едем в этнографический комплекс Дудутки. Посещаем два прекрасных замка в Мире и в Несвеже. Естественно же, и Беловежскую пущу с Брестской крепостью. Посещаем королевский город Гродно, великолепнейший просто. Смотрим на город Лиду, известный своим готическим Лидским замком. Приезжаем в Минск и уже из Минска едем на завод сверхтяжелых карьерных самосвалов БелАЗ. Все вы прекрасно знаете, что мы очень любим этот завод. Мы любим возить туда и сборные экскурсии, что практикуем каждую субботу. И безумно любим возить туда детей, потому что такого восторга от посещения какого-то объекта, ну, сложно себе представить. Детки в прямом смысле слова пускаются во все тяжкие, заползают на карьерные самосвалы. Естественно, все это сопровождается инструктажом по технике безопасности, куда можно, куда нельзя, за ними присматривают и гиды наши, и сопровождающие непосредственно самого завода. Но даже мы с вами можем превратиться в детей, если перед нами махина высотой в 9 метров. Вот, собственно, на изображении она сейчас и представлена. Можно забраться по лесенке к самому большому БелАЗу, 450-тонному карьерному самосвалу. Деток даже в конце экскурсии ожидает памятный сувенир вот в виде такого автомобиля. Это точная, вот, да, вот так. Точная копия 450-тонника, который каждый юный турист увозит с собой, как память о посещении этого завода. Ну и, конечно же, деток кормят вкуснейшими пирожными собственного производства, изготовленными на заводе БелАЗ. И все вот это вкупе создает очень крутую, очень яркую эмоцию, и детки очень любят вспоминать свои поездки на данное производство. Есть еще один замечательный тур пятидневный, называется он «Белорусская классика». В отличие от предыдущего тура, здесь мы ночуем исключительно в Минске, и тур такой кольцевой. Мы возвращаемся каждый день в Минск, организовывая выездные мероприятия в Хатынь, Курган Славы, посещаем Дудки, Мир Несвеже, естественно же, завод БелАЗ, и заканчиваем это все в Минске. Тур, который знаком вам, если вы работаете с нами по сборным турам, но он имеет детский вариант, вся Беларусь за 7 дней, на автобусе из Москвы. Он может быть на автобусе из Санкт-Петербурга, а может быть из любого другого города, говорите откуда, мы ваших деток с радостью заберем. Включает он в себя знакомство с основными достопримечательностями страны. Здесь и два прекрасных замка, еще раз повторюсь, и Брест, и Беловежская пуща, и город Гродно, и готический Лидский замок, и древний Новогрудок с его великой историей, и здесь же литературная составляющая в виде творчества Адама Мицкевича, конечно же, осмотр Смоленского Кремля, и все это на базе питания полупансиона, проживание в гостиницах 2-3 звезды, очень классные экскурсионные начинки, ну и, собственно говоря, возможность дополнительно развлечься. А о том, как дополнительно развлечься, мы с вами сейчас и поговорим. Что же можно предлагать деткам и что рекомендуем мы при работе с индивидуальными запросами, либо модернизации тех базовых шаблонных программ, о которых я уже успела вам рассказать. Зачастую наши агенты, то есть вы запрашиваете у нас посещение аквапарка Лебяжий в городе Минске.
Это один из крупнейших аквапарков, расположенных на территории стран СНГ и в Европе. Действует он круглый год, есть открытые и открытые горки. И обычно деткам хватает 3 часа посещения аквазоны. Когда они плескаются в бассейнах, используют массово горки, есть возможность также проведения анимационных представлений в самом аквапарке, и такая опция всегда доступна, ее стоимость, в принципе, не меняется от количества человек. Естественно, мы организовываем доставку до аквапарка и забор группы обратно, то есть транспортная часть, она будет всегда на нас. Чтобы не произносить сейчас и не озвучивать какие-то цифры, как это стоимости данных услуг, хотелось бы сразу обозначить, что в ближайшее время на нашем сайте в разделе «Детки и туры» появится документ, который можно будет скачать с описанием всех обозначенных на вебинаре опций, и не только обозначенных, но и новых, которые можно использовать в детских турах и тем самым делать программы более разнообразными. Кроме аквапарка, большой популярностью пользуется посещение зоопарка в Минске. Он действительно прекрасен. Здесь представлены и фауна, и флора из разных уголков мира. Прекрасная просто экспозиция по Африке. Вы сейчас ее, собственно говоря, видите. Есть возможность увидеть беловежского зубра, не отъезжая за пределы Минска, а вот здесь, на территории города, посетить. Это все познакомиться. И уже в самом зоопарке есть возможность посетить представление в дельфинарии. Дельфинарий Немо действует, есть несколько вариантов представлений. И в зависимости от того, в какой день недели мы с вами приезжаем, мы можем посещать и само представление в дельфинарии. Есть возможность организовать купание. То есть это всегда ярко, образно, неимоверно клевые эмоции у детей присутствуют. И в зоопарке также есть еще одна прекрасная опция. Они, знаю не понаслышке, каждый год 4 августа традиционно на протяжении уже 6 лет хожу туда. Это посещение динопарка. Это прекрасный парк с динозаврами, с представителями многомиллионно существующих назад существ, и они действительно интерактивные, живые. Они рычат, они двигаются, они моргают глазами. И увидеть трицератопсов, тритирексов, рексов и так далее можно на территории динопарка. Динопарк делает прекрасные квесты. Есть экскурсии для организованных групп и, возможно, посещение динопарка самостоятельно. Возможно, это все посещать таким комплексом, то есть включать зоопарк, дельфинарий и непосредственно динопарк и целый день проводить вот так вот вниз. А еще в нашем зоопарке есть контактный зоопарк, где можно покормить животных вот из своих, собственно, ручек. Если у нас есть желание и возможность, мы предлагаем вам посещение Белорусского государственного цирка. Это одно из уникальнейших цирковых сооружений, которое ныне существует в мире, единственное расположенное в центре столицы. Здание было построено в 1956 году. И кроме основного представления, есть возможность отправиться за кулисы, отправиться на экскурсию и посмотреть, как происходит подготовка к представлениям, как тренируют животных, как готовятся клоуны, как выглядит сцена с обратной стороны. Есть возможность это все осветить. Естественно, стоимость данного мероприятия зависит от билетов на представление, того, куда мы идем, на какой ряд мы садимся. Но, тем не менее, вот такая вот прекрасная опция есть. Представление в осенне-зимний сезон происходит несколько раз в день, поэтому мы всегда сможем под вас подстроиться и отправить вашу группу в цирк. То, что мне нравится безумно, потому что можно совершить путешествие по всей Беларуси на протяжении часа времени. Я предлагаю вам сейчас познакомиться с музеем архитектурных миниатюр, расположенным в городе Минске, в самом центре белорусской столицы. Называется музей и представляет собой архитектурные макеты основных памятников архитектуры Беларуси. Как бы это там патологически не звучало. То есть юный путешественник
посещая этот музей, совершает большое путешествие по Беларуси, знакомится с замками в мире несвеже Косово, видит это все в формате макетов, но макеты необычные. Макеты интерактивные, нажимая кнопочку на макете, у вас есть возможность окунуться в вечернее время, посмотреть, как светает, как темнеет. Есть и макеты с очень такими необычными моментами, нюансами. Появляются там и привидения, и сцена катается. Есть возможность увидеть всю архитектурную форму сооружения, посмотреть на весь архитектурный объем и увидеть то, что мы обычно не замечаем, потому что мы видим громадные объекты, которые иногда очень сложно нами с вами воспринимаются. А здесь мы практически становимся гулливерами в стране лилипутов. Мы можем рассмотреть детально каждый из этих объектов. И более того, у деток есть возможность поучаствовать в специальной игре, в специальном квесте, который организовывается дополнительно, и получить свой замок в подарок, то есть унести с собой еще и подарок. Я сейчас попробую воспроизвести видео. Если вдруг не получится, вы, пожалуйста, не обижайтесь, мы его вам также отправим. О, отлично. Так, раз, два, три. Видео запускайся. Вот что-то прямо у меня сегодня карма плохая, наверное. Поэтому видео буду отправлять вам в формате ссылок. Общение коллеги, посмотрите его, пожалуйста, самостоятельно после вебинара. Если будет такая необходимость, всем, кому это видео интересно, пишитесь, пожалуйста. В чатике я его отправлю в информационных письмах сразу после того, как получу контактную базу по вебинару. Собственно, после знакомства с музеем «Страна мини» можно спокойно отправляться из мира лилипутов в мир гигантов и посещать тот самый завод карьерных самосвалов, о котором я вам уже сегодня рассказывала, но не в виде классической экскурсии. У завода «Белаз» есть еще и фантастические опции, то есть мы с вами можем отправиться и почувствовать себя водителем этой махины, этой громадины, на тренажере-симуляторе. Вы сейчас видите его на экране. Это небольшая кабина Белаза, в которую заходит человек, то есть либо я, либо вы, либо наши детки, которые отправляются в тур. Он садится за руль, руль реальный, кнопки реальные, коробка передач реальная, нажимает кнопки, выбирает погодные условия, в которых он хочет совершить свое путешествие и потренироваться в качестве водителя, выбирает все разы, то есть какая марка автомобиля у него будет, по какой дороге он проезжает, в каких карьерах он будет работать. И вот это вот дивное приключение, когда ты практически управляешь гигантом, управляешь этой машиной, оно не оставляет равнодушными ни взрослых, ни детей. К сожалению, с нами сегодня не присутствует мой коллега Дмитрий Морозов. Он бы вам более подробно об этом рассказал, так как сам превратился в ребенка на тренажере-симуляторе на заводе «Белаз». Но я приглашаю вас посетить это действие и самим себя почувствовать детьми и отправить наших юных путешественников в такое увлекательное приключение. Кроме того, что можно поработать и почувствовать на тренажере, как ведет себя автомобиль, можно совершить и прокат на карьерном самосвале на поливе завода «Белаз». Такая опция существует, не переживайте, детей за руль садить никто не будет, они будут находиться рядышком со специально обученным водителем на полигоне, и даже есть возможность получить сертификат, что вы прошли катание на карьерном самосвале «Белаз». В основном прокаты идут на 130-тонниках, то есть не на больших махинах, которыми мы гордимся, занесенными в книгу рекордов Гиннесса, а на более мелких автомобилях, чтобы было удобнее маневрировать на полигоне. И такая опция тоже имеется, и мы с радостью вам ее предоставим.
Если у вас очень активные детки, которые стремятся узнать очень-очень-очень много нового, провести какие-то опыты, мы предлагаем отправиться им в музей занимательных наук «Квантум», который расположен в городе Минске, и сделать посмотреть на основные области науки, познакомиться с химией, с физикой, узнать, каким образом вот, можно разжечь пламя на своей руке, чтобы руку не обжечь. А все предметы, расположенные в музее, можно трогать, с ними можно играть. Более того, в музее можно топать и кричать, что, естественно, у юных наших путешественников вызывает массу самых положительных и позитивных эмоций. Также мы предлагаем такую опцию, как посещение музейного комплекса «Дворский Майонтек», где расположен вот такой перевернутый домик Элли. И здесь уже как поведет вестибулярный аппарат ребенка, нам сложно представить. Потому что домик не просто перевернут, и все у нас ромашками, а он еще расположен под определенным уклоном. И как будет вести себя организм, тут уже дело именно каждого человека, но такая опция в Беларуси появилась, появилась возможность походить по потолку, посмотреть, как выглядит пол, понять, как крепятся предметы, ну и, собственно говоря, увидеть себя с новой стороны, потому что организм ведет ну, достаточно странно себя в таких домиках. Если раньше надо было уезжать в Европу, чтобы такой дивный домик отправиться и посетить, то сейчас это можно сделать всего лишь в 30 километрах от Минска. Плюс сам Дукорский Майонтек организовывает очень интересные экскурсии. Можно его назвать Дудутко-заменителем. И, собственно говоря, просим вас использовать его и включать в свои программы. Место, которое я, опять-таки, очень-очень-очень-очень-очень люблю, это Несвежский замок, который для своих посетителей готов идти на все. Это просто фантастическая возможность увидеть ночную экскурсию по экспозиции Несвежского замка. Обратите внимание, что существуют возрастные ограничения. Экскурсия возможна только для деток старше 12 лет. Во-первых, она проводится в ночное время. Во-вторых, как любой ночной объект, в это время замок хранит в себе множество тайн и легенд, которые оживают. Оживают привидения. И если детская психика, уже до 12 лет, во все это попадает, у нас могут с вами быть, ну, назовем это современным словом, нежданчики. То есть мы не знаем, как поведут себя детки, поэтому возрастное ограничение есть. Экскурсия действительно уникальна. Там правда есть привидения, там правда появляются медведи. Вы проходите группкой по 12 человек, если у вас в группе более 12 человек, они разбиваются на подгруппки. И это действие ну, просто ни с чем не сравнимое. Для того, чтобы понять, что это такое, обязательно надо приехать и это на себе попробовать. Я пока вижу вопрос от Ирины, я на него отвечу. Да, тренажер, симулятор и прокат на Белазе оплачиваются дополнительно. Это дополнительные услуги, которые предлагает завод. Классическая экскурсия по заводу с посещением цеха сборки, посещением музея промышленной славы, она включена в наши детские туры, а если мы захотим отправиться на прокат на автомобиле, либо испытать тренажер, мы оплачиваем это дополнительно, да, вы правы. А Несвежский замок, возвращаясь к нему, также предлагает всевозможные квесты, которые знакомят и с тайной родой Афродивилов, и непосредственно с тайной самого замка. Квесты бывают абсолютно разные, они по продолжительности отличаются, но позволяют познакомить посетителей с владельцами замков, с их историями, с их секретами. И опять-таки, чтобы не отвлекаться на попытку запустить видео, я просто поняла, что оно у меня сегодня не будет срабатывать, я вам отправлю ссылочку, по которой вы можете пройти и посмотреть, как, собственно говоря, квесты в замке проходят. Это более интерактивно вовлеченное действие, чем просто экскурсия анимационная. Туристы могут посещать закрытые для
классить помещение, они попадают в подвалы, они знакомятся с переходами замковыми, и, естественно, все это сопровождается встречей с хозяйкой замка, с хозяином замка, с аниматорами, которые работают. И если мы говорим о вот этих дополнительных опциях, которые предлагает Несвежский замок, хотелось бы сразу обозначить, что они заказываются и бронируются заранее, то есть у нас с вами есть от 2 недель времени. Перед приездом хотя бы за 2 недели мы должны сообщить, потому что аниматоров работает большое количество, и, соответственно, замку надо подготовиться, чтобы принять и обслужить ваших туристов в самом лучшем виде. А если мы говорим о природной составляющей и дополнительных опциях, которые можно связать с природой, хотелось бы сейчас немножко рассказать о центре экологического туризма Станьково, расположенном недалеко от города Минска, где можно увидеть разнообразный животный мир, познакомиться с ним, увидеть беловежского зубра, вы его также видите на экране. И центр экологического туризма в Станьково позволяет познакомиться и с жизнью партизан, с их бытом, с их историей, узнать, откуда появились данные персонажи в нашей истории, как проходила их повседневная жизнь, посетить их землянки, возможно, есть организовать вот такое партизанское питание. Деткам это все безумно нравится. И рядышком с партизанским лагерем расположен еще уникальный царь дуб, 500-летнее дерево, которое можно увидеть, и вот там действительно чудеса. Леший там, конечно, не бродит, русалка на ветвях не сидит, но своеобразные персонажи, белорусские, правда, у царь дуба присутствуют. И все это очень близко от города Минска, соответственно, небольшая выездная экскурсия организовывается без проблем. Есть еще очень-очень много дополнительных опций, которые мы с радостью вам готовы предложить. Это и лагерь эльфов в нашей любимой агроусадьбе «Мир пчел», когда наши детки превращаются в маленьких эльфиков и узнают историю сбора меда, узнают, как живут пчелки, делают прекрасные сувениры, увозят это все с собой. Набор опций действительно достаточно большой, и анимационные экскурсии, и квесты, их организация, проведение возможные. Запрашивайте, пожалуйста, вам будем в этом плане помогать. Чтобы немножко сориентировать вас по нашему сайту и потом, где искать программы, обращаю ваше внимание сейчас на экран. Если вы зайдете на наш сайт www.tract.by, на главной странице вы увидите раздел «Популярные туры». И в этом разделе такой вот улыбающийся ребенок – это детские туры. Мы всегда их на главную страницу в сезон, чтобы вам было проще ориентироваться. Также, если есть возможность и есть желание более детально изучать наш сайт, вы можете выбрать, опять-таки, на главной странице вкладку «Туры». Нажав ее, вы увидите детские туры, автобусные туры, железнодорожные туры. Там выбираем детские туры, переходим по ссылочке и получаем с вами вот такое вот окошечко, где по продолжительности разбиты наши предложения. Все, что вы видите, обозначенное красненьким, оно кликабельное. Нажимая на заголовок тура, вы переходите на страничку самого тура, можете более детально и подробно изучать его маршрут, включенные опции, расчет тура и так далее. Чтобы вам экономить свое время, не искать на нашем сайте, дополнительно не переходить по каким-то ссылкам детские предложения, мы специально разработали детский лендинг, который заточен исключительно под детские туры. Сейчас я вам ссылочку в чатик сбросила. travel.tract.by. Здесь исключительно детский продукт. Вы видите тоже разбивку по количеству дней. Можно здесь задавать вопрос онлайн-консультанту. Они нам падают, мы сразу их видим. Обозначены основные контакты, по которым можно с нами связаться. Ну и, конечно же, все туры, которые наша компания предлагает. Уважаемые коллеги, прежде чем пройти к финальному аккорду нашего сегодняшнего вебинара, я хотела бы у вас уточнить. Возможно, у кого-то возникли вопросы, если таковые имеются, напишите их, пожалуйста, в чат.
Коллеги, вопросов, насколько я понимаю, на данный момент у вас еще не возникло. Либо вы там уже уснули. А если вопросов нет, у вас есть время сейчас, пока я буду подводить небольшой такой итог дня сегодняшнего вебинарного, вопросы свои задать. Пишите их, пожалуйста, в чатик. Я их обязательно озвучу и отвечу на них, если они появились. А пока буквально пару слов о том, как с нами связаться, чтобы детки туры забронировать, чтобы заказать, задать свои вопросы. Вы сейчас на своем финальном, на нашем финальном слайде на своем экране видите ссылочки две, одна на наш сайт, вторая на лендинг по детским турам. Вы видите контактную почту электронную info@track.by и наши номера телефонов, как стационарный городской, так и мобильный телефон, который, по сути, доступен 24 часа 7 дней в неделю. Мы стараемся отвечать на все возможные поступающие вопросы, звонки, заявки круглосуточно, если нам позволяет это время. Презентацию, да, у меня запрашивают, можно ли выложить презентацию, чтобы ее могли скачать. Да, презентация вам будет доступна, вы можете ее скачать по окончании нашего вебинара. Рады вас видеть на белорусских землях, будем рады встречать ваших туристов, ваших гостей, обслуживать их, принимать всевозможные ваши заявочки, вопросы. У меня на этом, наверное, все, что я вам хотела сказать. Я могу говорить еще дольше. Тема наша сегодня достаточно интересная, детская. И в преддверии нового учебного года я бы очень хотелось пожелать родителям, которые наверняка среди нас присутствуют, успехов и терпения, деткам побольше сил в учебе, стремления к этой учебе, туристам хорошего отдыха, а нам с вами хорошего осенне-зимнего сезона. Всегда рады быть рядышком с вами, отвечать на все возникающие вопросы, быть на связи, консультировать вас, принимать здесь. Спасибо еще раз, коллеги, за то, что нашли время быть с нами. Хорошего дня, хорошего сезона. С уважением и любовью, ваш Западный Тракт.